Компания «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» завершают подготовку к зимнему периоду. Энергетики выполнили более 95% запланированных мероприятий по ремонту и реконструкции линий электропередач и подстанций. Для проведения возможных аварийно-восстановительных работ в зимний период на 100% укомплектован аварийный резерв сетевых компаний. В случае необходимости к ликвидации последствий технологических нарушений «Россети Московский регион» подготовили более 300 бригад и почти 2500 единиц техники. Для электроснабжения социально значимых объектов на период восстановительных работ готовы 89 передвижных резервных источников электроснабжения.